Саша, ты тут, а? Да. Значит, смотри. Вот то, что мы сейчас с тобой делали, меня научил мой знакомый Сережа Михайлов. Он живет в Горячем Ключе на Северном Кавказе. Он рисует разные картинки и предложил мне, значит, картинки, которые нарисовала его дочка, ну, придумать к ним какие-то тексты. Вот, я придумал, значит, я думал, какие тексты можно придумать, а там картинки совершенно непонятные. То есть ничего не понятно, что на них нарисовано, черт его знает. И вот из этого я придумал то, чего сегодня мы с тобой сделали. Вот, давай, еще раз проговори мне, пожалуйста, вот тексты, которые мы с тобой, значит, нарисовали. Давай. Дальше, это первый кадр. Ага, on vacation. Так, я позвал моего друга. I called my friend to the mountains. Так, третий кадр. I bought the tickets on a plane. Так, четвертый кадр. We started flying from the Madeira airport. 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 Ага, пятый. The hang of the plank was about 11 kilometers. Ага. И последний, шестой. After 2 hours, our plane was landed the airport of Simferopol. Это the, да? Это. Аэропорт Симферополь. А, вот что. Еще прочитай, пожалуйста, сам текст. Давай, по тексту прямо. Like to go to the mountains on vacation. I called my friend to the mountains. I bought the tickets on the plane. We started flying off the Madeira airport. Не off, а from. The hang of the plane was about 11 kilometers. After 2 hours. Не хауэр, не хауэр. After 2 hours, our plane was landed at the airport of Simferopol. Ну, отлично. Ну ладно, на сегодня тогда все, хорошо? Все, до свидания, пока.